приветствуем вас на канале Fan Studio. Сегодня у нас будет обзор корпуса Zalman 11+. Вот сегодня получили, вот идет распаковочка перед вами. Посмотрим, что за новинка для нас предоставлена. Вытащил я из коробки, еле-еле. Продолжим. Упаковали они корпус. Вот он сам корпус. Такой у нас, как видите, похож на Дарта Вейдера, все так говорят у него, да, вот они ребрышки наверху, кнопочка включения-выключения, да. Так, как мы здесь, как мы видим, вот гнездышко для микрофона, гнездышко для наушников. Здесь один порт USB 2.0, здесь тоже. Здесь у нас тоже для USB 3.0. Вот запуск, включение. Что у нас тут еще? Сбоку вот. Пластик. Вот сеточка для вентилятора. Здесь будут порты. Тоже. Разъем для диска. Я купил с синей подсветкой, есть с красной подсветкой тоже. Тоже красивый. Вот она, наша ребрышка. Очень интересный корпус, я вас скажу. Вот впереди тоже вентилятор. Достоинство Zalman 11, это первое, у него цена очень такая доступная, 54 евро. Дизайн, как мы видим, третий вместительный, пылевые фильтры в нем имеются. Нижний блок питания, вот внизу разъем у нас. Разъемы USB 3.0, вот он, 2, и верхняя крышка. Крепление для дисков через резиновые прокладки у нас есть. Возможность установки до 7 вентиляторов и водяного охлаждения. Вот. Такие дела. Еще открутим, покажем, что здесь у нас внутри.
Посмотри, у нас вот такой. Все приспособления ставим вместе. Так, выпуклая прозрачная боковая стенка. Вот она наша. Дает установить большой процессор на вентилятор. Вот, и легкая синяя подсветка у нас будет. Недостатков рассказать пока невозможно, потому что недостатков на данный момент не видно. По ходу разберемся, как соберем его. И если будут кое-какие недостатки, конечно, мы вам скажем об этом тоже. Ну, обзор может такой, какой бы вам хотелось, но есть. Эти вот разъемчики резиновые, можно кабель пропустить, тоже интересно. Ну что, интересно, вот сам дизайн, да, вот, привлекает его, очень красивый дизайн с этими ребрышками. Ну, друзья, с вами был канал Franz Studio. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии и ждите новых видео. Всем удачи, счастливо!